Расходы на подготовку к проведению зимней универсиады 2019 в Красноярске оцениваются сейчас в 48 миллиардов 800 миллионов рублей, из которых почти 36 миллиардов дает федерация и почти 13 миллиардов должен изыскать Красноярский край. Основная статья расходов – это, конечно, спортивные объекты. Далее идут объекты медицины. На их строительство и реконструкцию потратят почти 10 миллиардов. 7,2 миллиарда заложено на возведение дорожных развязок. Еще 5,7 миллиардов предусмотрено на строительство деревни универсиады. Ну и отдельно приводится операционные расходы. Это траты на открытие и закрытие игр, работу волонтеров, проведение тестовых соревнований, транспортные расходы, питание и проживание участников. Сейчас завершается разработка проектной документации и прохождение экспертизы многих проектов. И уже в следующем году на подготовку к универсиаде потратят 10,5 миллиардов рублей. На эти деньги в 2016-м начнется строительство ледовой арены на улице Партизана-Железняка на 3,5 тысячи мест, а также возведение сразу нескольких спортивно-тренерских блоков в Академии зимних видов спорта. Ну и там же начнут строительство старт-комплекса с новым лыжным стадионом. Что касается реконструкции, средства заложены на обновление центрального стадиона, Дворца спорта имени Ивана Ярыгина, ремонтировать будут и БСМП. Ну и начнем потихоньку строить деревню универсиады. А также начнутся работы по строительству нескольких развязок. В частности, от улицы Дубровинского до Копылова. Заметьте, это тот самый съезд с нового 4-го моста, который нам удалось включить в бюджет универсиады. То есть за счет федерации. Как, впрочем, и вся подавляющая часть расходов будет оплачена федеральным бюджетом.